Welcome to a very special edition of Hard Talk from Berlin with me, Stephen Sacker. My guest today is Mikhail Khodorkovsky, for 10 years, Russia's most famous prisoner. The former oil tycoon who fell out with President Putin and paid the heaviest of prices. Well, just days ago, President Putin pardoned him and released him. Now he's staying in a Berlin hotel, reunited with his family. Mikhail Khodorkovsky has agreed to sit down with me and reflect on his past, present, and future. Mikhail Khodorkovsky, welcome to Hard Talk. Здравствуйте. You have had an extraordinary few days, from a prison cell in a remote corner of Russia to this luxury hotel in Berlin. How would you describe your state of mind right now? Как, наконец, спокойное. Я ощущаю, что как будто бы вот этих вот 10 лет между моим прошлым посещением этого отеля, а я здесь был незадолго до ареста, и вот сегодняшним днем как будто между ними прошла неделя. Единственное, что меня продолжает беспокоить, это судьба моих коллег, которые остаются в тюрьме. If I were to ask you to pick out the most powerful moment in the last three or four days, what would it be? Для меня было абсолютной неожиданностью вот этот вот обширный и очень такой активный интерес, который проявили здесь люди, которые пришли вот на пресс-конференцию в музей Берлинской стены. I'm just wondering about private moments. What was it like, for example, meeting your four-year-old granddaughter for the first time? A girl who was born while you were a prisoner, whom you'd never seen, and whom you've met here in Berlin. Я получал фотографии и наблюдал по фотографиям, как она растет. Для меня совершенно было удивительно увидеть Дианку такую, как я ее представлял по фотографии. Вот как представлял, такая и есть. Живая, активная, бегающая. Это замечательно. In 2010, at the time of your second trial, you said, I have no wish to die in jail, but if that is what is needed, I have no hesitation. Did you come to a point when you thought you might not get out? Да, таких моментов было несколько, и последний был буквально за три дня до освобождения. Это ведь очень советская, очень сталинская система, когда заключенный практически уже отбывает свой срок наказания, оно заканчивается, вот он знает, что там через месяц, через два, через три он должен оказаться на свободе, в этот момент ему добавляют следующий срок. Не раньше, а именно вот в этот момент, когда он живет свободой. Was there ever a time when you actually wanted to end it all? You thought you might try to end it all? Нет. Я, наоборот, сказал себе, попав в тюрьму, что если меня власть хочет оставить здесь навсегда или убить, то им придется над этим очень серьезно потрудиться.
помогать я им не буду. What about living with the fact that your family was going through agony outside, and you knew, you had some limited contact with them, you knew what your imprisonment was putting them through? Конечно, семье было очень тяжело. Тяжело, потому что у нас, в общем, достаточно крепкая семья всегда была. И мы не так много времени проводили отдельно. И вот вдруг, когда мы остаемся каждый отдельно, в общем, это было очень тяжело. Наверное, это было самое тяжелое из того, что было. Let's now talk about your release. You say it came as a huge surprise to you, even 3 days before. You didn't know it was going to happen. Rumors are rife in Moscow that some sort of a deal was done between you and Putin, a deal which involved you saying you wouldn't cause political problems, you wouldn't go back to Russia. Was there a deal? У нас все было очень прозрачно, очень прозрачно. 12 ноября мои адвокаты сказали, что господин Геншер говорит о наличии возможности получить досрочное освобождение без признания вины. Он мне прислал то письмо, которое он отправил на имя президента Путина. И я написал те две бумаги, вот о которых я потом рассказывал, в том числе и на пресс-конференции, то есть просьбу об освобождении без признания вины. Никаких политических или там иных требований ко мне не предъявлялось. А вот то, что я сказал, что я не буду принимать участие в борьбе за власть и не буду бороться за бывшие свои активы, так я об этом говорил много лет, это действительно правда. But here's where I get a little bit confused, because in the last few days you have said, and this is a quote from you, that you want to be a symbol for the power of civil society to push the system towards release of political prisoners. You want to play a role in civil society. You've also said that you do not want to play a political role, to play the political game for power. How can you push for reform of the prison system, for release of political prisoners, without being political? No. Я еще раз хочу повторить то, что я говорю, формулирую, по-моему, достаточно четко. Есть политическая борьба, это борьба за власть, когда человек хочет получить для себя некую позицию в государственной власти, с тем, чтобы принимать те решения, которые он считает необходимым принимать, проводить их в жизни и так далее. Меня эта работа не интересует, не говоря уже о том, что российское законодательство нынешнее этот путь для меня I understand that. You've made it plain you do not seek political power for yourself. But what about the need to make as much political noise as possible to put pressure on Vladimir Putin? I'll give you the example of the women campaigners from Pussy Riot, both of whom, the ones who were in prison, have been released in Putin's amnesty. They came out of prison saying that the amnesty was a sham, a PR stunt. One of them came out shouting, Russia without Putin.
they are clearly determined to continue their political activism and their anti-Putin campaign for what they see as justice. Are you prepared to continue to make a big noise? Для меня вопрос политических заключенных, в остающихся в российских тюрьмах, это вопрос номер один. Но это не единственный вопрос. И более существенным для моей страны является проблема того, что само общество не готово к самоуправлению. Ну, не хотят люди принимать на себя ответственность за свою судьбу. Именно это дает возможность президенту Путину опираться вот на это большинство людей, не желающих принимать на себя ответственность за свою судьбу. К счастью, люди иного толка, люди, которые хотят бороться за свои права и хотят сами определять свою жизнь, таких людей сейчас стало больше. Мало, но больше. Вот я свою роль вижу в том, чтобы помогать обществу в этой части становиться, я бы сказал, более качественным, что ли. But to be clear about what is happening right now, you've been released. The Pussy Riot campaigners have been released. Do you believe this represents a significant shift in Putin's attitude to dissent, to opposition? Or is this, as the Pussy Riot campaigner said, nothing but a PR stunt? Я убежден, что Путин сейчас делает шаги, вот эти вот в отношении политических заключенных, из вполне прагматических соображений, и это не является свидетельством каких-то коренных изменений в его политике. Но такие изменения возможны. И над этим надо обществу нашему российскому очень серьезно работать. Let me be blunt, though. I just wonder whether you feel compromised, whether you feel frightened, whether you cannot really speak your mind about Putin and Putin's Russia today, because, for example, your close friend and business associate Platon Lebedev remains inside a Russian jail. Is that the truth? Я не могу, естественно, не учитывать этот факт, что в тюрьмах еще много политических заключенных, и в том числе людей, за которых я лично несу ответственность. Но более важным является то, что я вижу иные методы достижения вот этих вот общественно значимых целей, чем те, которые используются, в частности, там, в Pussy Riot. Я считаю, в частности, что если вот пассивного вот этого вот большинства будет не 62%, а 50%, а активного не 15-20%, а хотя бы 30%, то политика Путина изменится радикально. A final thought on Putin, then I want to move on to other matters. But it just seems to me that for the last 10 years, you and Vladimir Putin have been involved in a battle of wills. And you lost 10 years of your freedom, you lost your business empire, and now you are, in effect, in exile. You've said you can't go back to Russia anytime soon because of the legal problems you still face. Isn't the truth that in this battle between you and Putin, Putin has won? Ну, здесь судить не мне. Если бы Путин
продолжал настаивать на признании вины, я бы оставался в тюрьме. But he has destroyed you. I mean, he's destroyed 10 years of your life, he's destroyed your business, your fortune, and you will have to live probably the rest of your life, certainly the next few years, away from your own country. В обществе, если не брать мою личную жизнь, то в общественной части прошедшие 10 лет не разрушили, а нарастили мой потенциал. И здесь нельзя сказать, что достигнуты те цели, которые власть перед собой ставила. А власть ставила перед собой цель, чтобы оппоненты ее забыли. И вот эта цель перед ней стоит всегда. Сегодня очевидно, в частности, обо мне не забыли. В частности, я для власти по-прежнему серьезная потенциальная проблема. Другое дело, что я не считаю, что в сегодняшней ситуации правильно говорить «я выиграл, ты проиграл» или «ты выиграл, я проиграл». Вот мое освобождение стало результатом компромисса, когда выиграл Путин и выиграла оппозиция на самом деле. Do you think you'll ever go back to Russia? Убежден, что да. Under Vladimir Putin or when he's gone? Убежден, что еще при Путине ситуация будет меняться. I want to now get on to personal matters before we close the interview. You've had a lot of time to think in prison. I just wonder, as you sat there, did you acknowledge to yourself that you made some serious mistakes in the way that you built your business in the 1990s and the early 2000s? You became one of the world's richest men. You acquired, according to Forbes magazine, $15 billion worth of wealth, and much of it was based on sweetheart deals struck with the Yeltsin government for massive, massive sell-off of state commodities and riches, including oil business. Are you now prepared to say that what you did was wrong, was mistaken, you regret it? Я на самом деле никогда не скрывал, что считаю часть своих шагов, то, что касается восстановления промышленности, абсолютно правильным и делал бы точно так же. И результат был очень хороший. Нам удалось подхватить нефтяную промышленность у самого дна, когда Россия практически начинала импортировать бензин. Россия, импортирующая бензин. Ничего себе. И поднять его до того уровня, когда производство увеличилось в два раза. Добыча нефти мы увеличили в два раза, а наша компания даже в три. What I'd like to do now, Mr. Khodorkovsky, is invite your son Pavel to join us, because I want to reflect on where you personally and as a family go from this point. So I'm going to invite Pavel to join us. He was on Hard Talk just a couple of months ago. He's been listening to our interview, so let's invite him to join us right now and we'll resume the conversation. Pavel, thank you for joining us. I'm sure it's a wonderful feeling being able to sit next to your father in a Hard Talk interview. It's actually fairly surreal. I would say very much so surreal. Well, I spoke to you little more than 2 months ago, and at that point, you seemed to me to be very unsure if your father was going to be released in 2014 or if indeed there was going to be a third trial and he may be stuck inside a Russian prison for an awful long time. Why do you think your dad was released? Well, we can talk about all sorts of image-building factors. And they're certainly true. Russia needs to improve its image abroad. It needs to get the most out of the upcoming Olympic Games. And then ahead of its presidency of the G8, it needs to put its best image out there. So certainly the amnesty and the presidential pardon of my father helps. You did jeopardize your family. And as you've said,
you built up a huge debt, a debt to your family that you say you now want to repay. I just wonder how can you repay that debt? Заботой. А семья — это всегда единомышленники. И если я считаю, что я должен бороться, то я рассчитываю, и, как оказалось, рассчитываю не зря, что семья меня в этом поддержит. You've said, and you said to me, in fact, because you had letters and exchanges, telephone with your father, you said, I believe the experiences of the last 10 years have made him a much more sensitive, emotional person. Before imprisonment, he was, as a business leader, he was ruthless. He ignored emotions. Now that you've had time with him, is that really true? Has he changed? Well, first of all, I should say that my father physically didn't change at all. I mean, I saw the man 10 years ago in person. And of course, even though I looked at all the video that was available from the courtroom, it still didn't really count for much. Wow. So I expected to see a different man. And it's really astonishing that this is a dad that I remember from 10 years ago. But I want to put that to you. Do you think you have changed? Has this 10 years fundamentally changed you? Да. In what way? В разных смыслах я стал старше. Наверное, 10 лет назад я бы считал, что можно только либо победить, либо проиграть. Сегодня я понимаю, что лучше, когда выигравшими себя считают обе стороны. And a final thought to you about your future. There are people in Russia who say, whatever you say today about not playing a political role, that in the end you are the one man with the experience, with the name recognition, with the political leverage to challenge Vladimir Putin and to change Russia. Why don't you do that? Я, несомненно, буду одним из тех людей, которые будут стараться изменить Россию. Но изменять Россию и самому пытаться стать на место нынешнего режима, это не просто две большие разницы. Это одно противоречит другому. Я убежден, что нам не нужен новый Путин с любой фамилией. Нам нужна демократическая страна. А это совершенно другая задача. But you will fight for that. Конечно. Mikhail Khodorkovsky and Pavel Khodorkovsky, thank you both very much for being on Hard Talk. I do appreciate it very much indeed.